Это из уст детсадовцев о бабушках и дедушках. Их, оказывается, тоже чужих не бывает. По крайней мере, одной большой семьей ощущали себя сегодня и артисты на сцене, детские и молодежные коллективы города, и зрители в зале, семьи погибших защитников Отечества, участников афганской и чеченской войн, а теперь и СВО. Приглашая семьи там, участников СВО, мы просто даем им отдушину какую-то, чтобы они не запирались там, в своих квартирах, там, горюя или семьи погибших. Для них же самое главное общение. Некоторые говорят, да подождите, да вы не трогайте эти семьи, но мы не должны вообще о них забывать ни на минуту. Концерт в стенах городского центра соцобслуживания населения провели, чтобы совместить приятное с полезным. После за чашкой чая гостям рассказали, что прийти сюда они могут и для общения с психологом, занятия спортом, творчеством или на уроки финансовой и компьютерной грамотности. Мы учимся смартфонами управлять как космическим кораблем, потому что есть там проблемы, это вот новый вид, так скажем, неизвестного. Мы этот день используем для того, чтобы рассказать о том, какие формы поддержки есть, как сопровождает государство, как сопровождает край, что есть у нас для того, чтобы, выйдя отсюда, они еще к нам возвращались. Возвращались даже если нужна не конкретная помощь, а обычное общение. Нужно ли говорить, что перед семьями парней, отдавших родине долг, теперь и родина в долгу? Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком.